Лидеры почти 30 еврейских общин Украины выступили против героизации националистов. Поводом послужило переименование Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры. Июльское решение горсовета как раз сегодня утвердил мэр Виталий Кличко. В открытом письме руководители общественных организаций напомнили о причастности бандеровцев к гибели тысяч жителей Украины, евреев и представителей других национальностей. Отрицать эти преступления значит оскорблять память погибших и пытаться переписать историю, сказано в письме.